на сегодняшний день. Как дела? Хорошо. Ой, простите. В пробке стоим. Так, привет. Прекрасно выглядишь. Ну, как все приятно выглядит. Спасибо, очень приятно. Очень похорошила. Саждаюсь, это хорошенькая чудо. Похорошила. Только мне не нравится, что я в пробке стою. Так, папа 70 лет в стрип-баре. Да. Представляете? Но мне кажется, в 70 лет я тоже, наверное, в стрип-бар пойду, а что? Хотела сказать, вспомнить молодость, правда, у меня этого в молодости нет, не было. И не будет, но... Так. Так. В Москве есть коронавирус, девочки. Какие? А ну-ка, я не слышала эти новости, что в Москве есть коронавирус. Да вы где вы такое услышали? Дайте знать мне сейчас. Так. Как ты высыпаешься? Дочки зубы лезут? Нет, зубки еще не лезут. Как я высыпаюсь, не знаю, сплю по 5 часов в сутках. Вот так я высыпаюсь, как думаете? Хорошо? Так. Носишь линзы? Нет, не ношу ли я линзы. Так, красотка, кукла, спасибо. Сегодня ехала в очках. Ну, солнечная погода, все, очки красивые. Вот. И глаза как заболели после очков. Прям вот, знаете, напряжение прям дикое такое было. С кем дочь? Со мной дочь едет, Ляля. Вот, она у меня сейчас час погуляла, вот, проснулась и обратно блюх. Приедем в ресторан, я схожу в комнату матери ребенка, попробую покормить. Вот. Блины кушали? Кушала, один блин съела с... икрой. Короче, два чая, два блина, один с икрой, один с шоколадом. 800 чем-то. Короче, 860 рублей. Так. Как кукурузка поживает? Вообще кукурузка лучше всех поживает. Как раз хотела тоже поесть кукурузку на Красной площади, но не решила рисковать. Не решилась брать. Простите. Что у вас там? Шумница, красотка, спасибо. Так, Сашуль, двоих забрали с универа, всех наций с подозрением на этот вирус. Как, каких наций? Так, все такие куколки с малышкой. Ага. Приветик из Норильска, Сашуль, ты красотка. Привет, Норильск, как там у вас, северное сияние есть? Нет, расскажите. Спасибо вам. Так, когда стоп? А стопа еще не было. Поэтому пишите, сейчас в любой момент напишу стоп, и кому-то отправится на карту кое-что. А кое-что это аж косарь целый на карту. На шоколадке. Отлично, сними тут один геморрой. Ну, ты либо пропускаешь, либо нет. Ну что ты? Терпеть не могу. Особенно от этих мужчин. Нет, мужчин не нормально, я на других мужчин, я прям люблю их. Бывают такие, эти прям, а женщины бывают какие, это ж вообще, чтобы женщина пропустила, ты не знаешь, что должно произойти в этом мире. Я, наоборот, девочка, женщин вижу, стараюсь пропускать, вот. Приветик, приветик. Поэтому сейчас я еду к Анюте, на кривитосы в ристике сядем, покушаем. Привет из Орла, привет, Орлель. Так, привет, Тихорецк, привет. Ой, простите, что-то зазевалась так. Не знаю. Из Баку привет, привет. Смотрите, цирк братьев Запашных. Когда в Грозный приедете? Не знаю, как пригласите. Так сразу. Я в Грозном, кстати, никогда не была, в Махачкале я никогда не была, очень хочу туда поехать. Вообще, в эти края. Мне очень хочется. Так, тоже... Ростополь.
О, дочь просыпается. Так, только не это, пожалуйста. Вот сейчас мы доедем, там просыпайся. Сейчас нет, поспи. Так. В каком состоянии у тебя волосы после родов? 5 месяцев волосы выпадать ужасно. Вот меня, знаете, меня вот просто задолбали с этим вопросом. Волосы лезут. А что полезут? А когда полезут? А что не лезут? Да разве? Не может быть. И в итоге мне полезли с этими вот вопросами. То ли это симптом, это самовнушение было, то ли что, не знаю. Так. Не зевай, это заразительно. Ну, слушай, чтобы не быть заразным, нужно это отключить эфирчик. В Крым когда? Да не знаю, вот все хочется, хочется в Крым. Но в Крым именно хочется вот даже не весной, а летом, когда вот прям все уже в полном разгаре, чтобы полностью ощутить этот весь крымский колорит с туристами со всех точек России, Украины. Так, привет из Барнаула, привет. Сашу с российского универа «Дружба народов». Двоих китайцев забрали с подозрением на вирус, но пока тихо. Ну, слушайте, я думаю, это просто подозрения какие-то, потому что вроде как сюда-то они не прилетают, закрыты рейсы. Поэтому я думаю, это просто они приболели, наверное, кашек там чего-нибудь. Хотя это инкубационный период там 14 дней где-то длится, может, чуть больше. Привет, Владикавказ, привет. Привет, Казахстан. Ох, это звук мотора. О, это вы еще не слышали звук моего моторчика. Ух там. Ну тут не погазуешь, конечно. Сейчас стабильно. Ать! Слышали? Как малышка моя рычит. Все, разок побаловалась и хватит. Я. Привет, с Краснодара. Привет, мой Краснодар. Косметика Кисмет хорошая. Какая цена? Очень хорошая. Цены, смотрите, у них там скидка есть. Там по 30% или 35%. Что-то такое брала. Крема очень крутые. Я прям обожаю уход за телом. Мне даже для лица у них сыворотки есть, заказывала, еще не пробовала. Вот. Вообще мне Кисмет очень нравится. Это вот прям вообще крем как пахнет, скраб. Ой. Обертывание. Шикарно. Привет, из Чуваши, привет. Какой район в Москве нравится больше всего? Ну, Юго-Запад, где я живу. Обожаю этот район, и для меня это самый лучший район. У меня здесь все. Если бы вот я не представляю, чтобы я на севере Москвы жила, или там где-нибудь Химках, Красногорск. Не знаю, вот север Москвы вообще, вот эта промышленная часть для меня вообще дикая. А так вот все у себя на Юго-Западе обожаю. У меня Инфинити машина. Привет, Великого Новгорода, привет. Привет из Бахмута, привет. Рыбинска, привет. И раз, когда ты говоришь ать, ать, ножкой ать. Урск, ты красоточка, спасибо. Привет, Бурятия. Don't speak. Когда в Новороссийск? Да не знаю, летом, наверное, прилетим с ребенком уже. Надо туда, кстати, коляски перегнать, столько вещей перегнать. Мы еще вообще к этому вопросу не подходили. Так, привет, привет. Почему сообщения не читаешь? Ну, у вас все в голове как вообще нормально, если я еду за рулем? Как себе это представляете, чтобы я себе вопросы все читала? Даже если без руля вообще-то физически можете себе представить, как человек может читать все вопросы? Привет, Дагестан, привет. Как раз вот в Дагестан сейчас в Махачкалу моя Мадинка отправилась к вам на уколы красоты. Поэтому Дагестан, кто здесь, я думаю, все знают не понаслышке, что у вас самый крутой косметолог — это Мадина. Вот, поэтому приезжайте к ней на уколчики красоты. Мадиша вам там все сделает. Как говорит Ришка, все чики-пуки. Когда хотите поменять машину? Не знаю, хочется поменять. Смотрим пока. Смысл прямого эфира. Слушай, а смысл вот этого вопроса? Ну, вот равносильно этому. Так. Привет, привет. Приезжайте к нам в Днепр. Спасибо за приглашение.
когда в прямой выходишь, раз за рулем. Так, а ну как ишь отсюда? Нафиг отсюда. Ладно, пока. Пока. Красотка. Ну, спасибо. Это стрёмная курица. Почему моя сладкая жопа моя просёчья? Так. Сашка, твой муж тебе изменяет. О, с тобой, наверное? А ну-ка, расскажите мне, аж интересно. Да, он дочь тоже говорит, покажите, с кем изменяет. Так, поэтому для безопасности... Не капризульничай. Мама ж не виновата, что тут пробки. Да, не виновата мама. Тихонечко. Понтушка, да, я знаю. Хрюшка. Саш, ты каждый день какаешь? Нет. Наверное, раз в год и тебе почтой отправляю. Это так. Ну, дочь моя, тихонечко. Сынок Ермаков. Ты уж определись, с кем ты кому изменяешь-то, дорогой. Так. Такие тупые, человек за рулем. Вот не говорю, не говорю. Совершенно верно.